не предоставлялось. Разрешение на ввод в эксплуатацию и реконструкцию пансионата «Лесная сказка» администрации города Бирска не выдавалось. В связи с вышеизложенным 17.01.19 Ющенко АП отказано в предоставлении земельных участков с кадастровыми номерами 54-55 на праве аренды без проведения торгов по его заявлению, поступившему в администрацию города Бирска 18.12.2018 года. В соответствии со статьей 133.1 Гражданского кодекса РФ, недвижимые вещи, участвующие в обороте как единый объект, может являться единым недвижимым объектом в совокупности объединенных единым назначением зданий, сооружений и иных вещей, неразрывно связанных физически или технологически, в том числе линейных объектов, железные дороги, линии электропередачи, трубопроводы и другие, либо расположенных на одном земельном участке, если в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество зарегистрировано право собственности на совокупность указанных объектов в целом как одну недвижимую вещь.